прекрасные друзья. Как вы понимаете, нам совершенно не сидится на месте. Но у нас сегодня очень сильная миссия. Потом узнаете. Приезжает главный. А что я вам хотела сказать, помимо того, что облака шикарные и дорога чудесная, и Болгария прекрасная. Не верьте в мифы о перенаселении Земли. Тут пустота сплошная. И не только тут. То же самое в Канаде и Штатах. Я всю Европу не изъездила, но Болгария пуста. То есть места нам всем хватит. Есть, конечно, скопления в городах. Но вот кроме этих скоплений, сплошные пустые равнины. Слава Богу, насыщенные агрикультурой. То есть она тут расцветает прекрасно и кормит и страну, и Европу. Так что не верьте. Равно как и потепление. У нас тут похолодание. Хотя конец мая ничего не предвещало. Так что живете вы над пропастью во лжи. Никому не верьте. Верьте глазам своим. Ну что? И давайте волю душе своей. Что хотите, чтобы завершили мы? Посмотрите, какие облака. Завершаем. Это был отчет об отсутствии перенаселенности Земли. Докладываю. Вот отсутствует оно. Хотела еще озера показать сбоку, но уже никак. Руки застряли. А, у меня еще пальчик поломанный. Вот, невзирая на сломанный палец, я все равно еду в Софию, чтобы вам что-то показать интересное. Ну что, пора проститься. Так вот, сбоку озера мы проехали. По правую руку. Ну, что делать теперь? Будете просто смотреть. Пытаюсь красиво попрощаться. Надо какой-то грозово-тучевой любовью обнять вас. И бесконечными полями тоже обнимаю. Вот такая у меня любовь. Бесконечно полевая, точно грозовая. Чао-чао, мои прекрасные друзья.